Упершыню конкурс прайшоў 11 гадоў таму. За гэты час яго ўдзельнікамі сталі больш як 2000 дзяцей, а колькасць устаноў, якія штогод прымаюць удзел, вырасла ў 3 разы. Вообще это экологический проект, который родился в 2002 году. Юное дарование «Экология 21 века». 9 мероприятий в этом экологическом проекте проходит в течение года. Это и посадка аллей, это зеленый витамин, как вы помните, да? Но у вас очень много направлений в данном проекте. Конкурс «Наш утульный дом» накіраваны на экологичное выхаванне праз творчасць. На малюнках детям трэба адлюстраваць свой погляд на сучасные проблемы навакольнага асяроддзя. Другі этап творчага спаборніцтва – тэатралізаванае представление на экологичную тематику. Свои таленты юные артисты продемонстрировали на сцене областного палаца творчасці дзяцей и молоді. У нас в семье 10 детей, мы воспитываем и заработаем 10 лет. Ну, жена проработала в садике, мы своих воспитали семерых. Вот, и... продолжили. Всегда, какие конкурсы, мы всегда участвуем. Им интересно в конкурсе поучаствовать, показать себя, проявить как-то. Правядзенне конкурсу стало магчымым дзякуючы добраахвотным ахвяраванням, якія поступили на рахунок беларускага дзіцячага фонду. На гэтыя сродкі набыты ўзнагароды для дзяцей. Пры гэтым незалежна ад прызавых месцаў падарункі падрыхтавалі для кожнага. Ганна Кавалёва, Ігар Марышчынка, Тэлерадыёкампанія, Гомель.